Независимо от способа формирования фонда капитального ремонта, собственники помещений в доме имеют возможность сделать капремонт раньше сроков, установленных в региональной программе. Для этого необходимо привлечь специализированную организацию для определения текущего состояния конструктивного элемента общего имущества в доме и подтверждения срочного проведения капитального ремонта. При формировании фонда на специальном счете необходимо накопить достаточную сумму средств для проведения работ. При формировании фонда на счете регионального оператора средства на досрочный ремонт будут использованы на возвратной основе от других многоквартирных домов. Для внесения изменений в региональную программу в части переноса сроков проведения капитального ремонта на более ранние, с заключением специализированной организации, нужно обратиться в администрацию муниципального образования.